Дорогие братья и сестры, дорогие служители, служители Божьи, с праздником Рождества Христова и наступающим Новым годом! В эти дни, когда мы празднуем приход в мир Иисуса Христа, я хотел бы сделать особый акцент на том, что Иисус Христос пришел не просто взыскать и спасти погибшее, и мы очень часто слышим об этом и в Евангелии, или в проповеди, но Он пришел для того, чтобы создать семью. Создать семью Церковь Божию. 21 век. Мегагорода. И не только мегагорода. Сегодня по всей планете Земля одиночество люди испытывают на физическом и духовном уровне. Люди сегодня не имеют взаимоотношений, которые так хотели бы иметь. Потому что не у всех есть полные семьи. Многие семьи разваливаются. Но есть одна семья. Это Церковь, которую создал Господь. Которая сегодня может решить многие вопросы, главой которой является Иисус Христос. Поэтому в эти дни Рождества я радуюсь тому, что подарок, который Бог дал человечеству как церковь, является благословением, потому что церковь поможет каждому из нас ощутить себя частью большой семьи из всех колен, народов и языков. Поэтому если кто-то что-то сегодня не может до конца понять в церкви, я призываю сегодня посетите богослужение, побудьте сегодня в этой семье радостной, дружной и поклонитесь тому, кто дает подарок этот вам, чтобы вы оказались в этой семье и порадовались, что у вас есть Отец Небесный, у вас есть братья и сестры, у вас есть большое родство, которое создал Господь Иисус Христос, придя на эту землю.